Судя по надписи, этот Женевский фонтан приносит здоровье, это вода питьевая. Эмблема внизу показывает, что действительно вода – это ключ к здоровью. Вопрос количества воды и ее качества. Ведь за среднюю продолжительность жизни человек выпивает примерно 80 тонн воды. Нарушить здоровье достаточно выпить пару литров некачественной воды с химией, пестицидами, гербицидами, тяжелыми металлами, радионуклидами. Вы хотите пить больше воды? Вы хотите суметь за свою жизнь безопасно для здоровья, используя для него, выпить не 80, а 90, 100, а может быть больше тонн воды? Каждая тонна воды – это год вашей жизни. Если вам это интересно, обращайтесь.